Депутаты хотят освободить автовладельцев от техосмотра. Теперь договор ОСАГО можно будет оформить без 6-месячного талона ТО. Разумное послабление не привязывать людей в данном случае выглядит немножко неожиданно для нашей власти, потому что оно действительно разумно. И раньше ведь задача была, чтобы человек в один день пошел, соответственно, на техосмотр и получил страховку, поскольку с точки зрения документа они увязаны, без одного нету другого. А с точки зрения реальной жизни они разнесены, потому что техосмотр завтра, а страховка уже закончилась сейчас. С 1 января 2012 года полис обязательного страхования и талон ТО были неразрывно связаны. На их получение давалось 10 дней. Теперь к талону техосмотра приравняют диагностическую карту от сервисной станции и упростят сам порядок их оформления. То есть водители смогут получать документы технической пригодности авто на любой официальной станции техобслуживания. Если покупать машину в салоне, то, в принципе, техосмотр не нужен, поэтому я думаю, что все равно. Если, конечно, покупать машину с рук, и уже достаточно давно у нее срок годности, давно она выпущена, то тогда усложнит, конечно. 18 июля законопроект может быть одобрен Советом Федерации и до 1 августа подписан президентом.